А Ухта тем временем принимает первенство Северо-Западного федерального округа России по настольному теннису среди юниоров и юниорок в возрасте от 8 до 20 лет. 28 девочек и 46 ребят. Из 7 субъектов России борются за право на участие в финале первенства России. Сейчас у нас проходят личные соревнования. Вчера были также личные предварительные, парные. Послезавтра будут команды. Соответственно, у нас первое и второе место у юношей. И с первого по пятое место у юниорок будут представлять, опять же, Северо-Запад на финале первенства России, которое состоится в апреле в городе Чебоксары. В принципе, сейчас все регионы подтянулись, очень достойный уровень. Но в лидерах, конечно, Ленинградская область, у них давние традиции, то есть сильная школа. Кроме сборной Ленобласти, хозяев соревнований участвуют команды из Карелии, Калининградской и Архангельской областей. Представители Пскова в Ухту приехали впервые. Город пока посмотреть еще не успели, потому что приехали тренировки, игры. Вот. А так, касаемо зала, зал очень нравится, хорошие условия, комфортные. Это, в принципе, организация хорошая. Для теннисистов из Коми год начался с небывалых успехов. Накануне с чемпионата Северо-Запада среди мужчин и женщин из Ленинградской области приехала взрослая команда. Впервые в истории настольного тенниса в Коми мужская сборная взяла первое место в командном разряде. Поэтому теперь, несмотря на сильных соперников, на юниоров из Коми в этот раз тоже возлагают большие надежды. Финальные игры состоятся в пятницу 10 февраля.